Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевской режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий.